России сила воли преобладает над болью. Каждый нокаут вписан в историю. Бьется храброе сердце сильней бойцов Академии ММА. Предельная концентрация, то ли секунду решает. Ты поплыл или сорвался, предстоит до конца. Не потеряв лица, пламя не погаснет никогда в глазах бойца. Это ММА, это файт. Это твою жизнь полностью меняет, формируя дух истинного бойца. Это путь достойных, это не игра. Академия ММА. Это ценит наше единство. Предела нет и нет границ. Ведь мы как птицы вольны, и нас переполняет воля. А мне 4 унции, братан, бинты и поля. Мы так живем, мы это ценим. Наше единство. Предела нет и нет границ. Ведь мы как птицы вольны, и нас переполняет воля. А мне 4 унции, братан, бинты и поля. А сейчас мы берем интервью самого зрелищного бойца сегодняшнего вечера, да и вообще в целом турнире «Стрелка». Это Питбуль Михаил. Слушай, я смотрел все твои бои, вот эти вот 2 красочных победы. Слушай, вообще, твои впечатления. Я давно так не отрывался. Самое реальное, то, что я навтыкал, и мне навтыкали. Мне навтыкали в затылок. Мне навтыкали в бисок, руками, ногами, выбили челюсть. Но я честно, я как раз этого очень долго ждал. А еще плюс. Красить все это дело, 2 победы из 2 боев, тем более 2-я победа нокаутом. Вечер удался на славу. Вот, славянское вторжение, повторяем Рюрика. Самое главное, что продолжение еще будет. Да. Продолжение будет. Да. Так что вечер еще не окончен. Так, слушай, ну расскажи о своих планах, вот в плане, где будешь заниматься, чем будешь заниматься и где будешь еще выступать. Ну, я планирую дальше продолжать тренироваться в первой линии СИЧИ, тренировать, начинаю со следующей недели. Так, вот, внимание, так что вот, расскажи о своей, где будешь тренировать. В зале клуба первой линии на Петроградке, вот, в историческом центре города. Ну и в дальнейшем планирую выходить на профессиональный ринг, как-то управлять здоровье, выносливость, то есть возвращать физуху, которая за 5 с копейками лет вообще упала практически до ноля. Вот, ну и будем как-то дальше развиваться, продолжать самосовершенствоваться, вот, ну и перейти вперед. Ну ты продемонстрировал просто красочные бои, потому что я снимал, я просто держался, чтобы не заорать, а просто лежать не давать. Это просто, это вот. И поэтому, ребята, вот занимайтесь, выступайте, и обязательно вы будете вот здесь вот, вот. Так что вот, да. Кто тут наш? Это стрелка. Стабильный доход, когда легкие вдыхают чистый кислород из года в год. Работа над силой воли, уважение в лице близких людей достоин. Безумный воин, словно сокол, паришь в небе. Только максимальное усердие ведет к победе. Кулаки свистят, как плети, цель для себя отметив. Словно ветер новый в челюсть, через руку встретил, сотрясаешь в пепел. Не оставляя шанс, после серии выстрелов сложно удержать баланс. Публичный резонанс, газеты, вывески, плакаты. Вновь самый лучший здесь, в периметре квадрата. Перешагнуть канаты для тебя, как героина. Ты подсел на это, диагноз твой непобедим. 1-1, финальный бой, последний раунд. Соперника не раз уже посетил нокдаун. В секундной тишине вздыхает мегаполис. А ты у чемпиона мира отбираешь пояс. Расскажи вообще свои впечатления. Как вообще? Мне все понравилось, было очень интересно. Я очень понравился, буду в дальнейшем стремиться участвовать. А сам занимаешься вообще? Единоборствами никакими не занимаюсь, чисто для себя поддерживаю форму. И, в принципе, все, вот сейчас буду пытаться куда-нибудь стремиться и заниматься, возможно, по возможности. А так, все понравилось. Было приятно провести время, свои выходные.
и в дальнейшем буду участвовать. Ну, что я могу? Нечего добавить, хочу пожелать только тебе удачи. Встань с колен, брат, ты должен быть сильней. Никто не сможет за тебя сделать твой выбор. Быть человеком с большой буквы или быдлом. Работать над собой или быть бухим рабом. Парить над землей или лежать на ней пластом. Здесь те, кто стремится быть как сталь. Стойко держа удар, падая, снова вставать. Знать нас все больше. В районах Москвы или Питера простые парни закаляют себе победителей. Стойко удар, бросок, стопу удар. В тесном кругу братьев ощути сладкий азарт, да. Главный враг внутри тебя, запомни. Попробуй схватки с ним выйти достойно. Адреналин в кровь вместо иллюзий. Жизнь! Победа над собой, в каждом дне есть смысл. Это поможет проснуться, не быть как все. Убить мой страх, чтобы сделать меня сильней. Это не спорт и не мода, а порыв души. Чувствую боль, значит я жив. Это поможет проснуться, не быть как все. Убить мой страх, чтобы сделать меня сильней. Мы сегодня берем интервью у Александра клуба Fight Pro. Занимаюсь у Артема Тарасова. Вот, Александр, по прозвищу Школьник. А расскажи вообще, вот ты был обладателем такого самого зрелищного долгого боя, вообще твои впечатления о турнире, о противнике. Ну, противник хороший был. Получше, чем те, которые были до этого. То есть было тяжело на самом деле. Как бы, были моменты, когда уже побыстрее бы это все закончилось, хотелось уже сдаться, но там такой иногда встаешь и понимаешь, что публика хочет, чтобы ты что-то показал. Хоть не хотел даже проигрывать. Опа. Слушай, ну а этот, как вообще, готов к следующему турниру по победу профессиональным басом хочется? Ну, я сейчас с учебой там как бы ухожу на 9 месяцев по практике. Ну вообще, а так вообще мечтаешь вообще? Есть? Ну, вообще, да, есть желание. Ясно. Ну слушай, ну желаю тебе тогда успехов. Вообще, у тебя все впереди, давай. Спасибо, что пришел. Молодчинка. Спасибо. Цели сквозь огонь и воду, окропившие татами и ринги своей кровью и потом. Упорная работа, независимо от времени года, станет результатом тем, кто не сошел с парохода. Очередной рывок, и ты на ступень выше, браток. Нацелен на победу, только нажми курок. Это сложно и долго, но ты все-таки смог. Усталость и лень перетереть в порошок. Апгрейд своего тела, нагрузкам нет предела. Отпор дать врагу, да так, что башка отлетела. Спортивное воспитание поменяло сознание. Преврати в реальность дикое желание. Пройдет не один год, и ты будешь именно тот. Проливаешь пот, покажешь результат. Сегодня стало модным простое слово спорт. Но крепкие ребята были уже много лет назад. Сквозь кровь и пот, с надеждой стремишься к цели. Сквозь кровь и пот, с оценкой в себе уверен. Сквозь труд и боль, как ледокол ломаешь льдины. Сквозь труд и боль, как альпинист идешь к вершине. Сквозь кровь и пот, своей судьбе кидаешь вызов. Сквозь кровь и пот, в характере без компромиссов. Сквозь труд и боль, черпнул последние резервы. Сквозь труд и боль, стоишь на пьедестале первым. С надеждой стремишься к цели, с оценкой в себе уверен. Как ледокол ломаешь льдины, как альпинист идешь к вершине. Сквозь кровь и пот, своей судьбе кидаешь вызов. Сквозь кровь и пот, в характере без компромиссов. Сквозь труд и боль, черпнул последние резервы. Сквозь труд и боль, стоишь на пьедестале первым. Мы берем интервью самого виновника торжества этого, Александра Абрамова, организатора «Стрелки». Александр, расскажи вообще, как тебе это удалось, уже второй турнир, и он я был... Я сказал, что это с большим трудом просто. Просто огромный. Это огромный труд, да, но мы сейчас будем запускать более грандиозный турнир. С вашей помощью, конечно, Александр. Так что запустим грандиозный турнир, запустим его в клетке, на большой арене, чтобы было интересно больше зрителей. Больше фанатов, больше бойцов. То есть сегодня бойцов было мало, но бои были зрелищные. Настолько, что зал не расслаблялся, просто переживал постоянно. Так что будем стараться, будем продвигать дальше это движение. Так что вот, спасибо вам, Александр, за поддержку. Спасибо за команду, которую вы привезли. У вас команда хорошие бойцы. И ребята, которые помогали. Спасибо очаровательной девушке, которая была у нас вместе с сестрой. Спасибо вам огромное. Ну что, зовите еще. Успехов, удачи, развиваться нам, всем пацанам, у вас реально круто получилось. Все, давай. Спасибо. Александр Метаморфоза. Александр Метаморфоза, за что высказаться? Итак. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Александр. Я сегодня вот работаю оператором, просто я держался, просто мне эмоции свои не показать, вот я заорать просто вообще. Просто я сам боец, да, я все снял, да.
я просто начинающий блогер. Вот, у меня как бы есть канал, и, собственно, все видео, которые сегодня были, особенно интервью бойцов, я обязательно выложу в своем канале. А мой можете найти в группе ВКонтакте, стрелка Великий Новгород. В Великом Новгороде, да, я там выложу. Вот, так что обязательно на следующей неделе все будет. Вот, блин, также я еще хочу поблагодарить Александра, вообще он красавчик, он боец, просто организатор, просто у него такое великое будущее, так что всякие там UFC еще будут отдыхать. У нас будет еще круче турнир, блин, через 10, мы поднимем уровень. Так что, но самое главное, я хочу, ребята, вот самое главное, это вот все вы, которые вот пришли, потому что мы это делаем все ради вас, ради зрелища. Так что продолжайте, любите спорт, приходите, смотрите, занимайтесь. Все, спасибо. Друзья, вот и закончился сегодня наш турнир «Стрелка», но выпуск продолжается, потому что у нас еще интересное будет впереди. Я просто не могу передать всех этих эмоций, которые я пережил, пока стоял там, пока это все снимал. Это просто нечто, это, я не знаю, профессиональные бои вообще отдыхают. Вживую видишь вот эти горящие глаза, вот этих лютых пацанов, которые просто выкладывают. Особенно мне хорошо запомнился бой там, где парни просто бились, я не знаю, минут 15, отвечаю, уже пару раз там гости просили дать отдохнуть по пару минут. Вот, у меня разряжался фотоаппарат, потому что, блин, очень долго. Я думаю, все-таки вам понравится это видео, смотрите на моем канале. Ну что, всем спасибо за просмотр. Главное, верьте в себя, любите свое дело и надейтесь на успех. С вами был Александр Метаморфоза. Всем пока. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Я это делаю ради для вас.